Так, ну ладно. Все. Заканчиваем очень маленький перерыв и продолжаем. Думаю, пофармили достаточно. Денег нам хватит на несколько дней. Давай закончим. И мы сможем пойти качать статы, качать сушилинки и учиться. Я слышу, как кто-то разговаривает. Мне кажется, или в последнее время развелось много странных людей. Вроде людей с синдромом апатии. У меня в районе такие есть. Слепота невозможная. О боже, перевод. Порой задумываюсь, что будет, если я тоже такой стану. Такая депрессия накатывает. Может, нас принесет, если будем заниматься спортом и укрепим организм. Я слышала, что команда по легкой атлетике принимает новичков. Может, бег поможет нам стать сильнее? Похоже, команда по легкой атлетике набирает новых учеников. Думаю, чтобы узнать больше, стоит зайти в кабинет клуба. Прозвенел первый звонок. Так. Если узнаю, где они тренируются, то, возможно, смогу присоединиться. Понятно. Ну что ж, ребят, погнали в клуб. Похоже, некоторые спортивные команды набирают новых участников. Вернее, только команда по легкой атлетике. Думаю, в остальных уже нет места. Если хочешь вступить, почему бы к ним не обратиться? Спустись по лестнице около класса и поверни направо. Сейчас будет странный вопрос. Ну, как думаешь, можно одновременно мочить тартар ночью и хорошо учиться днем? Легко, сомневаюсь. Ты бы мог? Изи. Фига ты самоуверенный. Тогда давай, докажи на своем примере. Говно вопрос. Кстати. Ребят, а вот и наша мобилка. Ты сегодня свободен? О господи, какие тут эмодзи веселые. Наконец-то свобода. Погуляем после школы. Если готов, то загляни ко мне в класс. Я пока тут болтаюсь. Заблудился в школе? Чего удивительного? Ты же у нас недавно. Не совсем. Ну, погнали, присоединимся к клубу. Монтикун, пока тебя не было, прошли выборы президента Совета учеников. Почему они не перевели это как просто студсовет? Вроде нормально звучит. Кириджо-сэмпай произнесла такую крутую речь, я голосовал за нее. Кириджо-сэмпай затмила всех кандидатов. Ох, Кириджо-сэмпай. Как же тебя будет бомбить, когда ты узнаешь, что я замучу с ней? Учебный год только начался. Одна школьница уже отчислилась. Во. Ей оставалось учиться всего 2 года. Вот что она будет делать, если даже старшую школу не закончит. Мне даже немного жалко, правда? Старшеклассницей бываешь лишь раз в жизни. Но это ее жизнь, не моя. Пусть поступает, как знает. Да, ребят, школьником ты бываешь, а точнее, да, школьником ты бываешь лишь раз в жизни. О, еще фрагмент. Ну, Виктор, так это старшая школа.
Возможно, ты прав. Черт его знает. Я просто всегда так это переводил. Родители постоянно донимают меня подготовкой к экзаменам и все такое. Так бесит. Второй год только начался. Надо веселиться, а не вот это все. Как начали неплохо зарабатывать, так сразу стали пилить меня по поводу будущего. Ну и... Так, пойдемте на крышу посмотрим. Есть ли тут кто-нибудь? Нету. О! Блин, эти блестяшки прямо тебя заставляют каждый день изучать город. Не, ну слушайте, ну вид тут, конечно, хороший прямо. Прикольно. Что тебе нужно? Я говорю по телефону. Давай потом, когда будет время. Так, ладно, все, погнали уже. А то мы сегодня никуда так не продвинемся. Отлично. Так, я что-то не понял. Где там клубы были? Искусство, шитье. А, точно. Да. Ой, ребят, а тут тоже так прикольненько. Почему-то это дерево кажется мне особенным. Интересно, как оно здесь оказалось? Может, его посадили в памяти о ком-то? Она еще не знает. А мы знаем. Здесь растет небольшое дерево. Интересно, что это? Что лежит на скамейке? Блин, прикольно. Конечно, прикольно. Вот, иметь возможность увидеть все эти локации вот с такой перспективы. Так, ну что ж, вперед. Так, эта дверь ведет на беговое поле. Используются команды по легкой атлетике. Тут написано. Команда по легкой атлетике набирает новичков. Слопоки мимо. Ой. Переводчики. Ну что, вступаем? Конечно. Ты разве не искался, госпожит Трюми? А, ты хочешь вступить в команду? Я позабочусь обо всех бумагах. Так что просто представься новым товарищем. Так, ладно. Собирайтесь вокруг меня. Начиная с сегодняшнего дня, он официально числится в команде. Я Валера Монди. Привет, познакомься. Добро пожаловать, Монтику. Я Юко Нишиваки. Это менеджер нашей команды. Она ответит на любые твои вопросы. Ты второгодка, верно? Я тоже. Так что можешь называть меня просто Юко.
Ну то... Так, ой, посмотрим. Ямото! Эй, Ямото! Бас! Да. Вот будущий капитан нашей команды. Он отлично бегает и занимает высокие места на соревнованиях. Вы учитесь в одном классе, верно? Ямото, проследи нас за новичком, хорошо? Конечно. Это ведь ты пришел в школу с Такебой первый день учебы. Ты тут почти знаменитость. Поежишь. Я Казуши Миямото. Думаю, ты меня уже видел. Ну да. Перевод опять с отсебятиной. Короче, теперь после школы ты мой. Там просто про то, что теперь после школы мы будем тусить вместе, скорее. Ну, ладно. Они специально это так написали. Только не думай, что к тебе будет особое отношение только потому, что ты пришел в середине сезона. Миямото радостно меня поприветствовал. Концентрат, это только в переводе так. Я вступил в команду по легкой атлетике и познакомился с ее участниками. Да, вообще-то, такие шутки между пацанами, это нормально. Хотя, кому я рассказываю, вы сами знаете лучше меня. Сегодня у тебя первая тренировка, так что можешь просто осмотреться и пойти домой. Мы тренируемся по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Правда, перед тестами занятий нет. Я прослежу, чтобы к следующей тренировке твоя форма была готова. Ходил еще немного, я решил вернуться в общежитие. Но знаете, после ужасного перевода в Grand Blue, тут прямо земля и небо. Тут он замечательный по сравнению с Grand Blue, если что. Ну, английский, который там. Там просто такой уровень от себя, что это просто застрелиться. А тут типа, ну, некоторые фразы просто бывают. В целом, ладно. Плюс немного пресные диалоги местами ощущаются в переводе. Это Юко, менеджер команды. Может, стоит поздороваться? Но, как говорится, если выбора особо нету, то лучше так, чем... Да. Думаю, да. Нет, наверное. Думаю, да. А, Тенкосе-кун. Нани? А, Монти-кун. Ну, как дела? Ребята, а что у нее с рукой? А, все нормально, она там есть. Просто... Ракурс такой интересный. Пойдем домой вместе. Не, ничего, увидимся завтра. Эй, знаешь, нет, я сегодня тороплюсь. Да, блин. Юко отправилась домой одна. Я решил вернуться в общежитие сам по себе. Ну, в следующий раз попробуй. Чувак, как жизнь? Да, значит, ты теперь дружишь с... Ну, Томачикой. Он сказал, что ты тот, кто можешь... Кто может навалять. В хорошем смысле. Черт возьми, да. Ты тоже с ним дружишь? Ясно, почему вы поладили. Он, конечно, ловелас, но парень хороший. Чуть не забыл.
Хотел спросить, собираешься ли ты сегодня в Тартар? Похоже, потерянных становится все больше. Значит, нужно заняться тенями, верно? Да мы ж только были недавно. Да, раньше мы сохранялись тут. А сейчас любой момент можно. Не, ну то, что озвучили Social Link, это, конечно, очень приятно. Жаль, что не все диалоги озвучили, но ладно. Врач сказал мне... Врач сказал, что мне нужно отдохнуть. Но я не хочу потерять форму. Я думал, что возвращение к тренировкам будет хорошей реабилитацией, но... Если Мисцур узнает, требования отдыхать будут наименьшие из моих проблем. Хе-хе. Риджи-сэмпай просто несгибаемая. Этого и следовало ожидать, когда у тебя столько забот. Бро, оружие, броня, капец как дорогие. Ну да, качество и правда может иметь значение. Хорошие экипировки, я и чувствую себя сильнее. Понимаю, на таких вещах не стоит экономить, но, блин, у меня в кошельке дыра от бублика. Дыра от бублика. Надо это запомнить. Мне нравится, как это звучит. Что-то не так? Я просто хотел поговорить. Тартар без того полон загадок. Наверняка будет подбрасывать тебе нежданные встречи. Если чувствуешь, что встречные тебе не по силам, просто отступи. Это умно. Они стыдны. Верно. Блин, можно машину взять, пойти покататься? Так. Ну, нам надо смелость качать, кстати, чтобы в клуб попасть. Хотя стоять, я тут посмотрю на станцию. Может, что-нибудь интересное найдем. Блин, смотрите, как прикольно выглядит. Так атмосферненько. Вот жаль, что тут не дают все-таки нормально именно побегать со свободной камерой, чтобы осмотреться. Завидую я вам, школьникам. У вас новый триместр. А для водителей такси из города. Ну вот. Ничего не меняется. Что не меняется? В порядке? Я не жалуюсь, просто. Как будто все это уже видел, понимаешь? Каждый год вижу. Рейзер, во-во. Не, вечерняя тема тут вообще хороша. Надо добавить в плейлист, кстати. Ну, концентрат. Потыкать персонажей из Persona 3 и Persona 5 в VR можно в танцевальных персонах. Там есть VR-режим. Так что я уже, так сказать, потыкал их. Блин, реально очень клево. Ну, Матвей, я вот сижу и думаю иногда, а что мы будем делать, когда Лотус Джуш уйдет на пенсию и все? Тогда, наверное, персона умрет, потому что... Половина атмосферы — это музыка. Тут ничего интересного.
Ну, Матвей, ну да, он как бы типа ушел, но он все еще работает на аутсорсе. Но да, как бы, по сути, это уже началось, учитывая, что Мигуру, да, уже ушел из запуса и работает, по сути, как аутсорсер, фрилансер. Я слышу, как кто-то разговаривает. Предки постоянно мозг выносят, чтобы я поздно вечером не гулял. Говорят, не хотят, чтобы я кончил так же, как внезапно поехавшие люди. Ты про синдром апатии? Но вроде как еще не выяснили, с чем он связан. Так в чем смысл осторожничать? Вот именно. Тем более, вечером самое время сгонять в зал автоматов или взять смену на работе. Если больше не смогу ходить в Гакуре по ночам, я забуду вкус счастья. Похоже, некоторые магазины работают по ночам. Стоит туда заглянуть, когда будет время. Но мы уже знаем. У меня такое чувство, что русский перевод для персоны 3-й... ремейк делали те же люди, что русский перевод для Якудзы, последний. Ну, который человек, что стер свое имя. Ну и в 8-й части тоже. Уж слишком узнаваемый стиль оттуда. Больше сегодня уроков нет. Так. О, Монтик. Слышала, ты вступаешь в команду по легкой атлетике. Говорят, подаешь надежды. Я в команде по стрельбе из лука. Постараемся добиться успеха. Стараемся. Ну как стойно сидеть на диете. Может, ты не заметил, но я выгляжу совсем по-другому. Мысли отстойно сидеть на диете. Нормально. Так. Здорово, если не занят, потусим после уроков. Ямото на связи. Ты же идешь на тренировку, да? 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 Я буду в классе, позвонишь. Да, именно так, позвонишь. О, ребят, спамы. Поделимся с вами небольшим секретом. Наш рамен очень полезен для кожи. Коллаген в составе наших блюд сделает ее подтянутой и сияющей. Вашей коже понравится наша нежнейшая свинина. Сияйте изнутри с помощью блюда из Гакуры. Сходить туда? Нет. Так, не, я бы хотел посмотреть еще на что-нибудь тут. Может, какие-нибудь еще другие суши-линки. Так, пойдем в храм. Хотя, по идее, тут должно быть. О, прикольно. Китока.
Так, окей, надо продать весь мусор. Неплохо. Так, ну и все, остальное пока что не будем трогать. Так, ну других сущалинков сейчас, наверное, уж еще недоступно. Человек с идеальным здоровьем за одну ночь становится душевно больным. Причем в семье такого не встречалось, да и ни в какие аварии он не попадал. С последними жертвами тоже никакого сходства. Другое время, другое место. Эта загадка не из легких, понимаешь? Но я ее разгадаю, я обязательно ее разгадаю. Я что-то эту репортершу не помню в оригинале. Стоп, че я мучаюсь. Так, раз. И... А, точно. Помню, что можно попробовать. Монти, ты уже уходишь? Пойдем домой вместе? Прости, я сейчас занята. Мне нужно заниматься. Я должна столько всего усвоить, включая материал для вступительных экзаменов. И ты тоже не забывай про учебу. Знаю, тебе хватает и других трудностей, но ты же ученик. Учеба для тебя должна быть на первом месте. Понятно, ребят? Так, Мицур беспокоит мои учебные привычки. Мне кажется, ее интересует только эрудиция. Жаль, что я не гений. Вот тогда она бы уделила мне внимание. Вы поняли. Надо прокачать все до уровня гений. Так. Это библиотека. Ну, собственно, вот тут можно и качать мозги. Эрезер, сила доната тут не поможет. Это не гача, к счастью. Это кабинет домоводства. Клуб мод опубликовал объявление. За названием клуба следует смесь из японских и иностранных слов. Ничего не разобрать. Не потребуется эрудиция, чтобы понять написанное. Короче, понятно, пока что мы не сможем туда вступить. Хотя я могу это почитать, прочитать. Как бы сверху написано «Fashion». Ничего сложного вроде. А снизу «Shikai». Да. «Shikukai». Можно перевести как... Хороший вопрос. Что-то типа... люди, которые собираются из-за общих интересов. То есть... Клуб в общих интересах по моде. А то, что внизу написано, уже не видно. Хотя... А, не, ну вот это разобрать, конечно, это проблематично, ладно. Кориолан, это нормально. Это нормально. То же самое как бы касается и наоборот.
как бы я-то знаю. Так. Кабинет рисования. Тут написано, извините, но художественный клуб больше не набирает участников. Понял. Короче. С кем потусим, ребят? Миямото или Томучика? Или Кензи и Кадзуши? Рейзер, ну да. Вилден где? Рамен? Не, ну рамен это другое. Тут у нас маг. А, как раз таки у него. Эй, ты идешь на тренировку? Тогда поспеши. Переоденься. Думаю, скоро Миямото и я сблизимся. Команда легкой атлетики стоит моего внимания. Надо бы зайти туда после школы. Погнали. Отлично, идем. Сегодня мы проверим, из какого ты теста. Только не надорвись, ладно? Ой, мой бог. Кажется, я перестарался. Бывает. Крепись. Тебе легко говорить. Но если честно, ты, наверное, прав. А ты как, в порядке? Ты сильно выложился. Ты даже не запыхался. Как же ты тренируешься? Тренировки, как и тренировки. Не особый режим. Так и думал. Иначе я бы тут не умирал. Ну ты просто нечто, Монти. Пошел по оригиналу. Ты просто чума, Монти. Вот отстой. Ты меня полностью раскатал. Я знал, что стандарты тут высокие, но не думал, что встречу такого хорошего спортсмена. Ладно, я решил. Слушай, Монти, я тебя еще оставлю пыль глотать. Похоже, Миямото считает меня своим соперником. Отлично. Так, ну да, да, мы это знаем. Прости, не переборщил. Пойдем вы. Что-то не так? Ну уже, шевелись. Так, не все. Шевелись, платва. Ой, не та игра. Кажется, я вернул колено. На, забудь. Идем. Расставшийся с Миямото, не отправился в общежитие. Это Йоко, менеджер команды. Может, стоит поздороваться? Думаю, да. А, Монти-кун. Как дела? Блин, мне кажется, ли она стала красивее, милее, что ли. Пойдем домой вместе. Да, а давай. Е, ребят, вот видите, первый раз не прокатило, во второй изи. Может, зайдем куда-нибудь по дороге? Трудно быть менеджером команды. Никакого уважения. И ребята все ведут себя как дети малые.
Ну, бывает. Где мое полотенце? А, постирай мне это. Ты, я им что, их мама? Ну, хотя бы пока я за ними ношусь туда-сюда, можно не переживать, что вес наберу. А ты как, Мондику? Как тебе наша атлетика? Отлично. Вот как. Рада слушать. Я переживала. Вдруг тебе скучно станет. У тебя все гораздо лучше получается, чем у остальных. Не с первого взгляда, понятно. У тебя прямо собственный стиль. Ты энергию понапрасну не тратишь. В общем, если у тебя будут вопросы, смело спрашивай Кадзуша. Вы с ним одноклассники, так что он наверняка согласится тебе помочь. Ну или ко мне обращайся, если хочешь. Я как-никак менеджер. Похоже, Юки присматривает за мной. Кажется, мы сблизились. Ура! Ой, я побежал. Хочу на одну передачу успеть. Увидимся в школе. Попрощавшись с Юпом, я решил вернуться в общежитие. Отлично. О, привет. С возвращением. Кстати, я видела тебя на стадионе. Наш одноклассник Миямото-кун вроде тоже в команде легкой атлетики. Может, вы с ним даже подружитесь? Кстати, в неклассных занятиях. А можем сегодня отправиться в Тартар? Сегодня у меня не было тренировки, так что разминка будет не лишней. А у меня были. Мне нравится, что ты проявляешь инициативу, но старайся относиться к этому серьезно. Помни, там очень опасно. Я знаю. Ну привет, Леха. Шикарно, я доволен. Так, ну все. Как говорится, я пришел, со всеми поздоровался и пошел дальше. Идем дальше качать смелость, ребят. Но там кто-то, что там, что-то было с ним? Я как-то не обратил внимания. Секунду. Да, посмотрим. А, точно. Эх, как бы я хотел снова тренироваться с боксерской командой после школы. Слово занятий после школы. Я слышал, что ты вступил в клуб. В таких делах лучше не отлынивать. Регулярно посещать клуб бывает трудновато, но если выкроешь на это время, то потратишь его не зря. Интересно, когда кухня станет доступна? О! Холодильник, забитый едой и ингредиентами. В холодильнике лежит записка. Дата следующей очистки холодильника 2.5. Ага. Возможно, в этот день в холодильнике будет место. No time. Надеемся. Ну, снова в караоке.
25. Я слышу, как кто-то разговаривает. Слушай, помнишь, что книжный магазин в торговом центре? У них же сегодня повторное открытие. Книжный магазин? О, деды. Точнее, дед и бабушка. Да, выходишь со станции Ивато-Дай и проходишь немного прямо, сразу после перекрестка. Но скоро начинается триместр, нужно пройтись по магазину в городе. Сегодня ТЦ, торжественное повторное открытие книжного магазина. Интересно, какие у них продаются книги? Вилден, да вроде что там, что тут одинаково. Как оказывается, в новой школе нужно думать тоже о том, куда сесть. Не очень-то приятно будет оказаться в первом ряду. Ой, да ладно тебе. А, как же здорово. Только смелым дано спать на уроках. Если тебя застукают, могут и мелом в лобишко запулить. Ну да. Что-то пятая персона сразу вспомнилась. Ну, если тебе хватит отваги уснуть даже при такой опасности, тогда тебя вообще ничего не испугает. О как. Распродажа в аптеке. О, Юко. Извини, что вдруг пишу. Хотя сегодня тренировок нет. У меня к тебе одна просьба. Мы сможем встретиться, если ты не занят? Я, наверное, буду на втором этаже в коридоре. Я хотел книжный магазин проверить. Ну да, там у нас еще один. Так что Тян подождет. Добро пожаловать! Что будете заказывать? Сегодняшнее блюдо дня – свежая макрель. Как вы могли догадаться, мы не подаем здесь суши. О, вы ученик? Должно быть из школы. Гакуэка, да? Значит, вы наверняка слышали о растущей там курме. Курма? Думаете, я выдумываю? Уверяю, она существует. В школе Гакуэкан есть дворик. Там за дорожкой и растет эта курма. Кажется, где-то на территории школы Гакуэнкан растет курма. Эта пожилая пара как-то с ней связана? Прошу извинить моего мужа. Просто считайте это старшеньким бубнежом. Не забивайте себе голову, хорошо? Окей. Я попрощался с пожилой парой и вышел из книжного магазина. Так, погнали. Может быть, это та самая курма, о которой говорила пожилая пара в книжном магазине. Под деревом лежит опавший лист. Окей.
Может быть, стоит показать этот лист пожилой паре в книжном магазине? Начинаем. Так, показать. Добро пожаловать в Нигачей. Сколько вас? Зал для курящих, не курящих? Боже, это дед. А что это за листик ты держишь? О, это листик с того дерева хурмы. Если у него такие великолепные листья, значит, он вымахал гиганта. Подожди, ты пришел сюда не за книгами, а только за тем, чтобы показать нам лист? Верно. Я так и знал. С самого начала знал, что ты добрый молодой человек. Я давно хотел сходить к этому дереву, но ноги у меня будто старые пеньки. Далеко на таких не уйдешь. Ну вот, случайно пошутил. А ничего не получилось, да? На пеньках дереву, понимаешь, Бугага? О, боже. Билдин, у тебя там подушка есть? Да-да, дорогой, очень хорошая шутка. Позволь представить. Мицуко, это моя жена. А меня зовут Бункичи. Если тебя не затруднит, не мог бы ты представиться? Валера Мунь. Валера Тян. Хорошее имя. Ничем не хуже моего. Кажется, после разговора о хурме я им понравился. Я познакомился с пожилой парой Бункичи и Мицуко. Господи, это сокращение в жрец. О боже. Не, у японцев все легко, там два иероглифа и все. И все умещается. Мы открыты каждый день, кроме понедельников. Приходи к нам в любое время, как будешь свободен. Горейзер. Попрощавшись от пожилой пары, я вернулся в общежитие. А, ты вернулся? Тренируешься? Не хочу, чтобы что-то случилось с командой, пока я не вернулся в строй. В конце концов, только вы сейчас способны сражаться. Ну что, ребят, в жрец, да? О боже. Сегодня в командном пункте. Если захочешь пойти в тарту, дай знать. Я смогу тебе присоединиться. Мне сказали, что восстановление после травмы уйдет какое-то время. Эх, надеюсь, я скоро смогу вернуться в строй. Посмотрим. Кстати, я забываю про телек. Очень многие решили в этом году в длинные выходные отдохнуть за рубежом. Похоже, в этом году это направление отдыха весьма популярно. Аэропорты забиты пассажирами. Результаты опроса показывают, что Гавайи
и в этом году остается самым популярным направлением. А кто бы сомневался? Кстати, мы можем теперь тут нормально осмотреться. С одной стороны фотография женщины, с другой фотография мужчины строгого вида. Интересно, кто это. Привет, Лерон, еще раз. То же самое. Кстати, да. А что-то не так? Способность к обнаружению крайне важна для эффектного исследования Тартары. Я и сама ее развиваю. Но до полного освоения способности мне еще работать и работать. Так. Ну что ж, попробуем сегодня качать смелость другим способом. Да, внутри находятся различные игровые автоматы. Пока вы развлекаетесь на игровых автоматах, параде игр растет эрудиция, очарование, смелость. Или показатели использования персоны. Доступные игры на автоматах меняются ежедневно. Время тратится независимо от выбранной игры. Так. Эрудиция и магия. Ну, тогда не сегодня. Приз, фигурка Джека Фроста. Здорово. Да, распродажа, знаем. Так, что я куплю? Возьму еще пару вот лекарств. Куплю одну штуку. Может понадобится. Так. Для Мона. Но, к сожалению, ее нету тут. Вжриться в люку. Так, маг, жрица у нас есть, колесница и сила. А, точно, Рейзер, совсем забыл про него. Я чувствую, что растущая внутри тебя сила растекает из связи, что ты обрел и взрастил за это время. Вот. Ничего особенного, просто подарок от меня. Прошу, прими его. О, спасибо. Нужно будет заходить время от времени к ней, как нам сейчас сказали. Я все еще не могу предугадать границы твоего потенциала. С терпением жду твоего дальнейшего роста. Итак, чем я могу помочь? Вот хорошо, что Social Link с ней будет все-таки.
Регистрация. О! いくらかは力を授かるようですな。 これはこれは。 Ничего себе, прикольно. Я Джек Фрост. Ох, какой рослый парнишка, прямо как я. Ихо, рад познакомиться. О боже, я вспомнил момент из Persona Strikers. Ихо, это было весело. А, нужно, собственно, развить персону, чтобы получить предмет, понятно. さて、探すといたしましょう。どうぞご覧ください。ご覧ください。こちらでよろしいですか？ こちらを引き出すのです。それではこちらを合体どちらにいたしますかな。 どのようなペルソナが生まれるか楽しみですね。 как бы да, тут ペルソナをご所望ですかな。 おやめになりますか。 またの。 так, вижу. Сейчас перепроверю. А, ну да, ты был прав. В жрец, а не жрица. Надо в жрец. Ну и колесница. В жрец, колесница и сила. Йокосо Вельвет Румуэ. Так. Ну вот, тут можно Меру сделать. Ну, да, недостаточно уровня, блин, точно. Йой сентак като зонжимас. 引き継ぐスキルをお選びください。いくらかは力を授かるようですな。引き継ぐスキルをお選びください。いくらかは力を授かる。始まります。 Погнали. Сорок один, двадцать четыре. Здравствуй. Не знаю. Спроси у Сеги.
Меня зовут Моиканэ. Я рожден из твоего сердца, дабы идти с тобой рядом. Моя мудрость в твоих руках. Отлично. У нас появились мозги. Ну, если интересно, посмотри начало, я там делал сравнение. Отличия есть. これまでの歩みでございます。ご覧ください。こちらでよろしいですか？それではこちらを。さあ、合体するペルソナをお選びください。 Да, на силу что-то не хватает. ペルソナをご所望ですかな? А печально. どうぞご覧ください。 こちらのペルソナですね。 ご覧ください。 Блин, я без денег сейчас останусь. Я рецепт, конечно, не помню. Это их запомнишь. Какие там персоны силы можно было бы создать с какими? Оやめになりますか? Ну, ладно. Матану. Погнали качать смелость. Пока что все. Так. Наверное, очень весело идти в караоке одному и петь одному. Так грустно на самом деле. О, выходной. Не получил сообщение. Иногда люди, с которыми вы установили социальные связи, будут предлагать вам провести время. Ну, короче, понятно. Не занят? У нас сегодня выходной. Пишу, если захочешь сходить куда-нибудь. Я до середины дня свободен. Окей. Не, я как бы еще осмотрюсь, может что-нибудь интересное еще найдем. Нет, спасибо. Не сегодня будем. Валератян, как дела? Заходи к нам как-нибудь. Тебя давно не было. Хорошего дня. Деды зовут. Что такое? Куда-то уходишь? Да, как раз собираюсь. Сука. Так чего ж ты стоишь? Иди веселись. Ну и как же она прекрасная, а? Да. Строго говоря, в выходные ты предоставлен сам себе. Оставайся дома, занимайся или гуляй, развлекайся. Решать тебе. Вот спасибо. А ты что делаешь в выходные? Спасибо.
Чаще всего я остаюсь в общежитии. Мне больше нравится сидеть с книжкой, а не гулять по воздуху. Окей. Тут никого пока что. Опа. Не раз то. Да, я тоже немного был в шоке. Кстати, у нас тут кинотеатр есть. Блин, слушайте, а тут так клёво. Ну, мы эту локацию обновленную видели как раз таки в танцевальных персонах. И вот она, наконец-то, в самом ремейке. Эх, ребят, все-таки мечты сбываются. Реально, вот, когда мы вот стримили танцевальную третью персону, когда она только вышла, это казалось мечтой. Она сбылась. Мне кажется, он интересный человек, но совершенно не умеет поддерживать беседу. И немного переживаю за него. Это время года идеально подходит для новых знакомств. Кстати, ребят, это первая персона, которая вышла одновременно во всем мире. Обычно же у нас в Японии сначала выходит, потом через полгода во всем мире или год. Ну, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны... Блин, у меня был бы эксклюзивный контент. Разговор так быстро кончился. Тот парень рядом с торговым автоматом. Он выглядит подавленным. Не находишь? Я тоже порой чувствую себя подавленным, особенно когда трачу деньги на паршивый фильм. Однако, это уже перебор. Даже как-то пугает. Так вот о чем люди постоянно толдычат. Это синдром апатии. Добро пожаловать в Рафлизию. Какими цветами вас порадует сегодня? А чё так дорого? Блин, у неё такой знакомый... У неё такой знакомый голос. Блин. Вот... Вроде вспоминаю, но не могу вспомнить, кто это ее озвучивает. Мяу. О! Точно, Матвей, Клои из Кисеки, точно, точно, во! Да еще что за хлюпик? Держись отсюда подальше, недоумок. Будешь тут маячить, получишь по мордасам. Ой, слушайте, а тут прикольненько. Там темно. О! Ну, какое совпадение. Тоже пришел за покупками, Монтикон? Ну да. Это весьма достойный торговый центр. Здесь можно купить почти все, что захочешь. Ты ведь знаешь ту кофейню, правда? Ну, ту, роскошную. Шагал.
рядом с ней есть клуб. Очень взрослое место для отдыха, похоже. Ну, скажу, чтобы я одобрял такие места, а не мне говорить тебе, куда ходить. Ой, как-то я забыла купить шам... А, стоп, это то же самое. Почитаю. В команде у всех есть деньги, кроме Джумпея? Да. Так, ладно. Будем тусить с друганом сегодня. Как раз есть нужная персона. Чувак, смотри! Мне наконец-то удалось достать новый сингл Мики. Она не только отлично поет, но и сногсшибательно выглядит на сцене. Мики, серьезно? Слушай, я первый раз вижу тебя не в школьной форме. Неплохо, совсем неплохо. Но можно сделать еще лучше. Переводчики. Мне пофигу. Да ладно, чувак. Мы же в самом расцвете. Нельзя просто взять и забить на жизнь. Ой, кажется, там очень разочарован. Сегодня мы не смогли сблизиться. Блин, я все просрал. Может, я прикуплю себе новую одежду? Не против куда-нибудь заскочить? Так, окей. Кимика. Возвращение. Сода. Позволь кое-что тебе сказать. В боксе и в реальном бою важнее всего скорость. Приведешь ты атаку или уклонишься от нее, у тебя ничего не выйдет, если действовать медленно. Что-то не так? Просто говорить. Совет для сражающихся в Тартаре. Чтобы получить преимущество в бою, я предлагаю атаковать ней. Ну и в слепой зоне. Короче, ладно. У Мицуру только советы, ничего интересного. Эй, Монтикун, ты захватил припасы? Ну, лекарства и все такое. Наверное, в курсе, но на всякий случай скажу. Магазины в темный час закрыты. Так что закупайся нужными вещами до темного часа. Будет довольно паршиво, если кто-нибудь... Если кого-нибудь ранят в Тартаре. А мы ничего не сможем сделать. Похоже, моя персона особенно сильна против огня. Звони пожарным. Я горячий парень, детка. Ладно. Подайте мне сильных врагов. Я задам им жару. Да. Горячий мальчик. Сегодня. Так, ничего. Смелости нету. В выходные все это атак, поэтому попробуйте другое время. В смысле забито? А, стоп, работа на полставки, погнали. Кажется, я могу работать здесь на полставки по вечерам, в понедельник, вторник и среду. Ищем людей, умеющих работать с клиентами. Бесплатный кофе с феромонами во время работы.
заработная плата за полставки начинается от 2500 йен. Если я буду работать здесь, мои очарования и смелость могут повыситься. Провести здесь вечер? Конечно! Так, мы выпили кофе. Мне кажется, я привлекаю внимание людей. Действительно феромонов. Это действие феромонов. Так, такое ощущение, что после этого кофе очарование куда выше. Кафе «Шакал». Тебя будет шакалить не хуже настоящего шакала. Я слышу, как кто-то разговаривает. Утречка, ух, по понедельникам всегда так тяжело просыпаться. На что, сегодня опять утреннее собрание? На прошлой неделе же было. Помнишь тогда Кирижу-сэмпай крутую речь задвинула? Оказывается, директор так впечатлился ее успехом, что решил толкнуть собственную речь. Серьезно, какого фига? Почему мы должны страдать, пока он свое эго наглаживает? Ладно. Мы начинаем наше утреннее собрание. Для начала к вам хотел бы обратиться наш директор. Поприветствую. Спасибо. Зачем вообще это собрание? Думаете, это связано с новыми происшествиями? Без понятия. Откуда ему вообще знать о тенях и прочем? Здесь он быстро свернется. Краткостью, он не отличается, увы. Сегодня я хочу рассказать вам о моем видении этого учебного года. Как вы знаете, в новостях сообщают о странных происшествиях. Я твердо уверен, что никто из вас в этом не замешан. Однако школьная жизнь полна неопределенностей, справляться с которыми можно, лишь приложив усилия. Вы должны копать глубоко внутри, но не сильно переживайте, иначе оторветесь от реальности. Как говорится, всего должно быть в меру. Он повторяет слова, собственно, Мицуру практически. Это ключ к получению всех наград. Что может предложить школа? Директор продолжает выступать. Слушайте, вам это не напоминает речь Кирижу-сэмпай? Да, ты права. Может, не хочет, чтобы его делала школьница? Не могу его винить. Но мда. Монти, можно тебя на минутку? Прости, но мне нужно, чтобы ты уделил мне время после уроков. У меня к тебе особая просьба. О! Наконец-то! Почему я? Особая просьба? Прости за прямоту, но думаю, что ты самый подходящий для этого человека. Я расскажу тебе все в подробностях после школы. До встречи. Хорошо, давайте повторим квадратные уравнения. Вы же их помните? На графике
порой появляется та парабола. То парабола, то гипербола. Их изгибы, несомненно, прекрасны. Но с параболическими и гиперболическими спиралями им не сравнится. Это эгрибические спирали. Взгляните, разве они не прекрасны? А теперь проверим. Сможешь ли ты, Йори-кун, ответить на этот вопрос с математической точки зрения? Что из перечисленного не относится к понятию алгебрическая спираль? Ну, ребят, вы знаете... Минутку! С какого перепугу я вообще должен такое знать? Валер, ты что-нибудь шаришь в этих алгебрических спиралях? Нет, я не очень в математике. Так. А? Так, вы что скажете? Так, Билден тоже А. Д? Серьезно? Наверное. Ну, ребят, тут есть шпаргалки. Ответ А, как вы видите. Ну, как минимум, большинство голосовало или А, или Д. Но больше всего ответов было за А. Блин, вот это, конечно, такое себе. Верно, молодец. Отлично. Это логарифмическая спираль. А когда фактором роста является золотое сечение, то речь идет о золотой спирали. Как и следует из названия, вы можете начертать спираль, используя алгебрическое уравнение. Так, B означает спираль Архимеда, C параболическую, а D жезловидную спираль. Господи, как все эти слова мне тяжело даются в произношении. Все это алгебрические спирали. Одновременно с тем, А является логарифмической спиралью и считается алгебрической. Это обычная спираль, часто встречающаяся в природе. К примеру, на раковых головоногих моллюсков или в распределении семян подсолнуха. Как бы сильно вы ни приближались или отдаляли взгляд, элементы контура сохраняются. Это свойство называется подобие. Что-то эта спираль напомнила мне про Тарта. Неужели только мне? Ух, в любом случае, спасибо, дружище. Монти Кун только что подсказал ответ. Похоже, умный парень. Я слышу, как шепчутся одноклассники. Не остановлюсь. Чуть популярнее. Матасетешиматтесуманай. Прости, что заставила ждать. Если коротко, то я хочу, чтобы ты вступил совет учеников.
Похоже, придется много работать. Давай, Виктор. Мы часто собираемся, но ты не обязан участвовать во всех собраниях. Просто приходи в кабинет тут. Просто приходи в кабинет совета учеников, когда сможешь. Это все? Почему я? Да, это все. Я просто хочу, чтобы ты присоединился к нам. Работа президента отнимает уйму времени. Я хочу, чтобы у меня был союзник, способный поддержать меня в экстренной ситуации. Союзник, понимающий мое положение. Ты знаешь, каково быть лидером. Поэтому я и обратилась к тебе. Хорошо, я сделаю это. Превосходно. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Я уже заполнила все за тебя и согласовала твое вступление в совет учеников. Но тебе нужно будет самостоятельно зайти в учительскую, чтобы все подписать. Прости, что подготовил документы без твоего разрешения, но надеюсь, ты понимаешь, в каком положении я нахожусь. Монти, как будешь готов, загляни к кабинету совета. Я буду тебя ждать. Митсуру вышла из кабинета. Судя по всему, я смогу вступить в совет учеников, если подам заявку в учительской. Мне нужно зайти в учительскую, когда появится свободное время. Да. Так, погнали. Плюшки. Что-то. Не волнуйся, я не буду спрашивать, зачем тебе все это. Не просто делать то, что считаю нужным. それで今日はいつもより安くしてやる。時間があるならゆっくり見ていけ。何を探してる？どうする？何を探してる？ Так, походу это все-таки не халява какая-то. それで役に立ちそうなのを仕入れておいた。 Наверное, просто новую вещь в магазин добавил. Блин, я думал, какая-то халява будет. Да, просто обновление магазина. Ладно. О, Монти-кун, чем могу помочь? Я по поводу совета учеников. А, да-да. Кириджо-сан мне сообщила. Нам нужна лишь твоя подпись, так что прочитай документ и подпиши тут. Валера Монти, ладно, все хорошо. Остальное предоставь мне. Удачи тебе в совете, учеников. Ура! Что у тебя там, стратег? А, спирали. Так, ребята, вот о ком я вам рассказывала. Он присоединяется к совету сегодняшнего дня. А, значит, это Монти-кун. Я Хидетоши Одагири, руководитель дисциплинарного комитета. Я Чихиро Фушими, казначей.
Во, Матвей, ты в чате правильно написал ее имя. Я учусь только первый год и совсем недавно заняла эту должность, так что прошу, прояви понимание, Мути-сан. Рад познакомиться. Должно быть, ты весьма способный, раз тебя лично выбрала президент. Я рад буду работать вместе. Кажется, я произвел хорошее впечатление на Одагири. Я вступил в совет учеников, познакомился с другими участниками. Надеюсь, мы подружимся. С кем-то мы подружимся, а с кем-то мы сблизимся поближе, как говорится. Уже довольно поздно. Но сегодня обойдемся знакомством. Мы хотим, чтобы ты помогал нам по мере необходимости. С этого момента я разрешаю тебе входить в кабинет совета учеников в любое время. Сам распоряжайся временем, но не забывай иногда заглядывать на заседания. Мы собираемся по понедельникам, средам и пятницам. Если, конечно, это не день перед тестами. Спасибо, что пришел сегодня, Монти. И расстался с советом учеников и вернулся в общежитие. О, ну, Тайм, у тебя как раз таки карта Императора. Пятики. Чувак, как жить? Ну, говорят, ты хочешь вступить в совет учеников. Кириш-сэмпай, ты правда собираешься взять такого лодыря? Я ни к чему его не принуждаю. Но если тебя беспокоит его участие, то можешь сам вступить в совет. Не, но спасибо за предложение. Да. Совет учеников, значит. Очень увлекательно. Конечно, но я пас. Так, то у него что там? ПСП? Типа. Слушайте, он играет в Tekken, походу. Да, скорее это какой-то Neo Geo. Ну, ладно. Мицуру сказала... мне сказали, что Мицуру пригласила тебя в совет учеников. Прости, если создается ощущение, будто тебя заставляют. Уверен, действительно нужна твоя помощь. Что бы то ни было, решать тебе. Так что подумай над этим. Так я уже вступил, эй, алло. Что-то не так? Хотел поговорить. Ну, как президент совета учеников, я вечно занята. Отдыхать у меня получается редко. Я не прошу тебя помогать постоянно, но по возможности заглядывай в кабинет совета учеников. Буду рассчитывать на твою помощь. Мне пока некогда ходить на совещание совета учеников. У меня полно дел. Занятия стрельбой, учеба, сражения днями. Не продохнуть. Еще. Кириджи Сампай просто... Не, ничего, забудь. Да-да, я понял, понял. Намеки с самого начала. Так, ну все, ребят. Сколько у нас там? 7 часов с половиной где-то. Стрим уже идет. Плюс там перерыв. Точнее, минус перерыв, 7 часов. Неплохо наиграли. Для первого взгляда.
Ну что ж, ребят, завтра вечером в 10 часов продолжаем, что скажете? Так сказать, второй взгляд. О боже, Матвей. Завтра, надеюсь, это увидим. Ну, ребят, что скажете? Продолжаем завтра вечером? Пишите, и продолжение следует.